Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции» в Paradise Alanya. Сегодня я нахожусь в районе Махмутлар, хочу вам показать большую 4 плюс 1 с видом на море. Глазами море видно вот так, как вы сейчас видите с террасы, даже вот так. И также вид на соседние здания, вид на горы. Вот, все видно так, как вы сейчас видите. Вот, горы видны так. Огромная терраса. Проект был сдан в 2018 году. 250 метров до моря. Улица Барбаросса. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Маркеты. 4 плюс 1. Квадратных метров здесь 150. Полезная площадь вместе с террасой. Восточная, северная, западная сторона. Спальня с видом на море. Или можно сделать гостевую комнату, кто как желает. По хорошей цене. Цена этой квартиры 130 тысяч евро. Санузел. Это гардеробная. Что интересно, в этой квартире много гардеробных комнат. Вот это даже дополнительная кладовка, можно сказать, сделать. Вторая спальня с выходом на террасу. Вот здесь тоже есть гардеробная. Ремонт требуется. Тут душевую кабинку нужно сделать. Спустимся вниз. Двухуровневая квартира. Лобби. Под лестником можно сделать шкафчик. Санузел большой. Наверху две спальни было. Это третья спальня. Маленький здесь французский балкончик. Это четвертая спальня. Эта спальня побольше. И тут у нас гостиная, совмещенная с кухней. И балкон. Есть открытый бассейн. Воду уже спустили. Вот он. С 1 октября несколько проектов уже спустили воду. Там спустили. Большой балкон. Застеклите, будет еще дополнительная комната. Искан у этого комплекса получен. В квартире тоже есть искан. Технический паспорт. Есть лифт. Сейчас покажем. Лифт вместим 6 человек. Так, у нас вход. Машины можно припарковать с улицы. Есть лесенка и пандус. Рядом прямо парк детский большой. И там улица Барбаросса, там где-то 200 метров впереди. 3 Эмигра, сеть магазинов, кто знает. Какой хороший парк. Айдат 600 лир на данный момент. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарии. Оцениваем эту квартиру большую. Цена, я думаю, что на данный момент очень хорошая. 130 тысяч евро. Всем пока-пока.